Здравствуйте, мои хорошие. Как всегда, много красоты и, как всегда, есть чем вас порадовать. Есть у нас вот такие вот замечательные малявочки. Почему малявочки? Потому что это подростки в размере 1,7. Для начинающих скажу, что подросток в размере 1,7 это диаметр горшка 6. Но, как видите, полноценное цветущее растение. Сорт называется Gold Staff. Стоимость вот этих подростков 170 гривен. Есть этот же сорт в размере, ой, извините, в размере 12 горшке. Отцветает взрослое растение, цена 250 гривен. Gold Staff, смотрите, он яркий. Яркий, желто-оранжево-красного оттеночка. Долго цветущий сорт. И как для мультифлоры, цветочек у него не мелкий. Я вот таких венозничков называю матрасики, потому что полосатенькие. Сорт красивый. Красивый, яркий. Кто хочет яркое солнышко, пожалуйста. Цена 170 гривен. Тоже подросточек. Кренбери чача. Ребята, кому не хватило с прошлого завоза, есть, как видите, в этом завозе. Цена такая же, 170 гривен. Как я уже говорила, это черная орхидейка. Кренбери чача. И вот эта мимимишная девочка. Это Pink Girl. Розовая девочка. Тоже цена 170 гривен. Она у нас в подростках была 210 гривен. Ребята, это цветущая 170. Нежно-нежно-розовая с очень красивой губой. Красотулька такая, вот она нежная-нежная. Pink Girl, розовая девочка. Девочка розовая, а смотрите, какой темный у нее листочек. Прям бордовый. Из этой же серии тоже цветущий Soga Vivian. Тоже венозник. Тоже цена 170 гривен. Полноценное цветущее растение. Ну и эти мультяшки из прошлого завоза по 150 гривен. Ароматная красотка Элис. Цена такая же, как и в прошлом завозе, 400 гривен. Есть одно растение Элис Трилипс. Цена 650 гривен. Три цветоноса. Два больших и один малюсенький. Вот такой вот. Розеточка аккуратная, корешки замечательные. Это для любителей экзотики. Один из моих любимых сортов Лас-Вегас. Желто-оранжевый красавчик. Два растения в горшке 400 гривен. Одно растение в горшке 350 гривен. Как видите, Лас-Вегас очень благодарный на цветение. Вот еще один цветонос. Я люблю этот сорт за то, что он долго цветет, за то, что он яркий. Самое интересное, что в домашнем цветении у него оттенок отличается. Вот у меня сейчас цветет он больше оранжево-желтый. Приходит вот так вот в магазин, и иногда бывает оранжево-коричневого оттенка. Но он всегда яркий. И вот еще один очень красивый сорт, это попугай. Два цветоноса, 400 гривен. Кстати, была в гостях у молодого человека, зовут его Гарут, в Ереване. У него напросилась, скажем так, гостья. Гарут, привет тебе. У него замечательная коллекция, и у него есть попугай, кстати, в коллекции. И вот у него один цветонос, ребята, но он такой пушистый, пушистый, пушистый. Очень много цветочков.
такой благодарный тоже на цветение сорт. И это тоже восковичок, соответственно, долго цветет. Кстати, если зашла уже речь о Армении, ребята, я знаю, что смотрят мои видео не только в Украине, есть смотрят в других странах. Ребята, кого интересуют поставки в Армению, в частности Ереван, пишите в личку, я вам все объясню, как можно это все сделать. Ну и, конечно же, шикарные Льюисы у нас есть. Цена такая же, как и в прошлом завозе, 500 гривен. Ну и, конечно же, с моей любовью к биглипам не могу вам не показать вот этот шикарнейший сорт. Сорт называется Алма. Тоже восковичок. Мне он невероятно нравится. Такая у него шикарная губа. Очень красивый. Цена 400 гривен. Вот смотрите, этот красавчик потом ляжет на каскад. Вообще шикарное растение. Мне очень нравится. Корневая прекрасная. Таких есть два растения. Цена 400 гривен. Сорт «Осенний ветер» на каскаде. Цена 350 гривен. Вообще сорт, как бы всегда, вот этот идет, он не дешевый. В этот раз пришел 350. Здесь снят один лист. Я вам сейчас покажу. Сорт, конечно, потрясающе красивый. Очень красивый. Вот, смотрите, был снят лист, поэтому пришел по такой цене. Корневая вообще шикарнейшая. Ребята, кстати, если кто-то смотрит давно мои видео, то вы уже заметили, показываю всегда как есть. И вот таких вот есть два беглипа. Цветочек крупный, цветочек 9-10 сантиметров. Тоже каскад, такая же самая цена, 350. Здесь изъянов нет никаких. Вот люблю я биглипы, ничего с этим не могу поделать. Кто бабочки любит, то пилоры любит. Я люблю биглипы. Сорт World. Шикарный. Пушистый, 2 цвета носа, 450 гривен. Очень красивый сорт. Растение тоже такое хорошее, корневая, замечательная. Венецианский карнавал. Два цвета носа, 350 гривен. Тоже мне очень нравится. Губа у него такая красивая. У него сейчас такой светлый оттенок, потому что он полностью расцвевший, бутонов у него нет, поэтому и цена такая замечательная. Вообще у него больше розового. Потом он меняет оттенок до розово-оливкового. Тоже хороший сорт, Sparkling Kiss, цветочек тоже крупный. Этот уценили, потому что сбросил бутоны. Хотя у нас и кондиционер работает, но вот видите, этот как-то при транспортировке бутоны сбросил. Два цвета носа, 300 гривен. Sparkling Kiss. Аладдин я вам в прошлом завозе показывала. Это тот, который мамочка, у которого один цветонос из точки роста. Всего три цветоноса. Девочки, кто писал мне в Вайбер, спрашивал сорт вот такого биглипа. Сорт называется Калимантан. Ну, не могу я всегда все помнить, поэтому извините. Цветочек 10,5 сантиметров. Шикарный, просто шикарнейший биглип. Огромный. Блюдечко целое, бутонов много, очень красивое растение. Хорошая розеточка, корневая шикарная. Сорт Калимантан, цена 350 гривен. Ребятки, у нас в этом завозе молния есть одна единственная. Когда-то она у нас была, но ее быстренько разобрали и всем не хватило. Сорт шикарнейший. Мне он очень нравится, тоже классный, очень красивый. Цена 350 гривен.
Корневая, как видите, тоже замечательно. Очень хорошее растение. Сорт красивый, очень красивый сорт. Сорт Нектарин Оранж. Цветок 10,5 сантиметров, огромный. Аккуратная компактная розеточка. Замечательные корешки. Растение от садовника Декорум. У Декорума всегда немножко выше идет цена, но у них растение всегда хорошего качества. Сорт Нектарин Оранж, цена 350 гривен. И еще один мой любимчик. Это Фантом. Тоже восковичок, тоже долгоцветущий, шикарный. Он мне очень нравится. У него фактурный рисуночек, то есть вот выпуклый рисунок. У него вот эти вот все, черточки, венки выпуклые. Вот когда прикасаешься к нему, прям чувствуешь вот пальцами вот этот весь рисунок. Сорт великолепный. Ребята, цена замечательная. Цена 400 гривен, два цветоноса. Сорт Фантом. Ну, вот такая красота подойдет, ну, просто в качестве букета, поздравления. Он очень пушистый. Смотрите, сколько на нем цветочков. Два цветоноса, притом, ну, очень вот такой пушистый-пушистый. Цена, не поверите, 300 гривен два цветоноса. Замечательное растение на подарок. Можно себе, можно кому-то. Ну, действительно, вот, как по мне, лучше вот такое вот растение, чем букет, который простоит 3, ну, 4 дня. Цена 300 гривен. Такой яркий, интересный. Пушистенький. Ну, конечно же, корешочки. Сорт Вивальди. Я не знаю, как он на видео получится. На самом деле у него цвет фуксии. Как видите, здесь еще бутоны есть, тоже два цветоноса, и цена тоже 300 гривен. Он очень интересно смотрится. Мне он нравится, у него форма цветка в виде звездочки. И тоже очень такой благодарный на цветение. Ну, как вижу, на видео цвет не передает, к сожалению. У него действительно цвет фуксии. Шикарнейшая корневая, великолепная розетка. Два цветоноса, 300 гривен. Сорт Вивальди. Андора. Тоже два цветоноса и тоже цена 300 гривен. Очень красивый тоже сорт Нарбонны. Два цветоноса 350 гривен. Тоже пушистая. У нее очень интересный оттенок. Ребята, вот это ломаю голову, не могу вспомнить сорт. У меня такой есть подросток. Он пахнет в первой половине дня. Если видно, вот у него такие мелкие-мелкие, такие вот едва заметные красные черточки. Не могу вспомнить сорт, честно, вылетел из головы. Он всегда обильно цветет. Два цветоноса 400 гривен. И цветочек у него 9 сантиметров. Панда. Есть два растения. Цена 350 гривен. У обоих цветонос есть точки роста. Это особенность сорта, поэтому, ребята, ну, кто-то не хочет брать, кто-то боится. Я не боюсь, допустим, брать растения, у которых цветонос из точки роста. Растение цвести будет, не будет расти, будет давать перекорневых деток, с которыми потом можете поделиться со знакомыми, друзьями, можете не рассаживать, можете оставить в горшке. У меня, допустим, джевел, два растения в горшке получилось, потому что мамочка цветонос из точки роста, и там же детка. И вот они вдвоем благополучно цветут в одном горшке. Панда, два цветоноса, 350 гривен.